Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Я была недавно у подружки, захожу к ней домой, а она вообще, знаешь, у меня такая любительница что-нибудь внести, новинки какие-нибудь в интерьер, вот. И захожу к ней в спальню, а у нее спальня, Надя, как с обложки журнала. Я говорю: Лариса, сколько это все богатство стоит? Она говорит: не спрашивай, не спрашивай, нет. Слушай, ну вот похожий набор вообще. Друзья мои, если вы хотите дизайн как с обложки журнала, то вот мы предлагаем вам набор. Набор для спальни комфорт. В наборе у нас великолепное, огромное покрывало. Мы обращаем на это внимание в евроразмере. Да, как да. дизайнер могу вам сказать, что это хорошая заявка на победу. Ну и, конечно, в нашем наборе у нас есть великолепные шторы. Пойдем вот, посмотрим. Обратите, пожалуйста, на них внимание, как закончили они наш интерьер. Угу. Именно это создает дизайнерский интерьер. Тот самый модный, стильный, как с обложки. Выполнен комплект у нас из жаккарда. Ткань статусная, ткань износоустойчивая. Мы с удовольствием пользуемся в жизни этой тканью. Ну и, конечно, простота ухода, несмотря на роскошь, сэкономит нам деньги, конечно. Освободит нам время. Конечно же, как сегодня легко и просто за одну минуту обновить свой интерьер? Конечно же, просто позвонить на телеканал Shop & Show, потому что сегодня у нас набор для спальни комфорт со скидкой 4200 рублей по лучшей цене 2999 рублей. Внимание, это не просто покрывало, это еще и комплект штор. То есть за 2999 рублей мы получаем полностью обновленный интерьер. И спальню, или гостиную, как с обложки модного интерьерного журнала. Но, Надь, у нас же еще и не один цвет, да? Да, у нас не один цвет. Я бы хотела показать вам все цвета. Вот здесь вы видите покрывало в синем цвете. Шторы у нас также в синем цвете. Кроме того, давайте посмотрим, да? Вот оно, наше покрывало. Очень красивое. Также у нас есть бежевый и золотой цвет. Давайте рассмотрим их поближе. Вот давайте вместе с вами посмотрим. Вот этот оттенок бежевый. Обращаю, кстати, ваше внимание, как хорошо он переливается. Такой терракотовый рисунок на бежевом фоне. Обратите внимание, кстати, на кисти. Для таких штор они очень подойдут. И золотой оттенок. Вот это бежевый на вашем экране сейчас. И вот мы переходим на золотой. Причем, обратите внимание, тот редкий случай, когда золото матовое, а это так роскошно, это так дорого. Вот они, интерьеры, как с обложки журнала, вот они, готовые решения для вас. Вы измените по-настоящему свой дизайн, ведь набор, когда и покрывало, и шторы, вот они как раз дают и ощущение законченности интерьера, его гармоничности. Слушай, ну давайте мы с вами вот рассмотрим бежевый цвет. Посмотрите, какой он красивый. Слушай, вот здесь такие два дорогих цвета, согласись. Да, терракотовый оттенок и вот такой бежевый, да, цвета белого золота. Если у вас темная комната, может быть, уже старый ремонт в темных оттенках, вам хочется свежести, золота, легкости. Выбирайте вот такие светлые оттенки. Вот он, мой фаворит, матовый золотой оттенок. Очень красиво смотрится, да. Очень необычно. Золото иногда бывает чрезмерно в наших интерьерах, поэтому матовое золото — это для тех, кто с одной стороны хочет торжественности, с другой стороны, ну, боится немножечко переборщить, либо уже есть детали в интерьере, ну, такого красивого блестящего цвета. Но смотри, а что создает такой прекрасный интерьер? Вообще, слушай, ну вот не каждый комплект, да, он будет вот такой вот дорогой интерьер создавать. Почему этот комплект именно вот дороговизный интерьер вносит? Ну, конечно же, ткань, жаккард, стилистика, рисунок. Давайте с вами вместе рассмотрим, потому что здесь заслуживает внимания красота и ткани, и красота рисунка заслуживают того, чтобы их рассмотреть. Давайте вместе насладимся этими переливами. Посмотрите, какие ниточки золотые, какой классический вензель, как сделаны строчки. Вот эта розетка, это, конечно, безусловно, дворцовый стиль, такой парадный это интерьер. Здесь я не могу не показать вам
как это все переливается. Вот хочется детали в данном случае рассматривать. Вот здесь как раз именно жаккард. А мы с вами прекрасно знаем, что жаккард — это многониточное плетение. Угу. Вот он как раз здесь он играет, да? Вот, как красиво. Представьте, когда зазвучит ваш интерьер. Это, кстати, самый простой способ при самом скромном ремонте придать интерьеру вот ту самую торжественность. Представьте, как будет выглядеть ваша гостиная, как будет выглядеть ваша спальня. Она будет выглядеть просто на миллион, но заплатите вы при этом не миллион. Кстати, сегодня вы даже ничего не заплатите, потому что вы сегодня только бронируете свой товар по лучшей цене 2999 рублей. Оплачивайте при получении. И, кстати, сегодня в наш набор входит сразу и покрывало огромного размера 200 на 220 и две портьеры 150 на 250. Кстати, скажи, пожалуйста, а они уже на шторной ленте, уже все готово, да, у нас? Да, шторы у нас все уже готовы к эксплуатации, они у нас уже на шторной ленте, все уже закончено, осталась только одна деталь. Какая? Ваша квартира. Ваша квартира — это комната, для которой вы выберете этот комплект. Слушай, ну вот я сейчас смотрю, да, на этот комплект, вот, и думаю, боже мой, на это только смотреть можно, или это можно трогать, на этом покрывале можно полежать, из чего все это? Да, конечно, я поняла твой вопрос, хочется все-таки на спальню не только смотреть, но и пользоваться. Но и наслаждаться, конечно. Конечно. Жаккард, друзья мои, давайте рассмотрим шторы повнимательнее. Покрывало мы с вами со стежкой уже рассмотрели, теперь шторы. Вот давайте я сниму кисть со шторы, чтобы показать вам, как красиво, просто очень богато и дорого смотрится жаккард. Здесь мы с вами видим переливы, здесь мы с вами видим тонкую игру оттенков. Жаккард имеет свойство преломляться и блестеть. Это очень важно в интерьерах. Слушай, Надь, но я вот слышала, что сейчас очень многие магазины, да, выдают за жаккард печать. Как понять, что это настоящий жаккард, что это правда вот такая вот дорогое, такое дорогое плетение? Есть очень простой один способ. Вот посмотрите, запоминайте, да, оттенки, еще раз полюбуемся этими ниточками великолепными, этим блеском. Так вот, оборотная сторона у жаккарда, благодаря тому, что это все-таки плетение, рисунок не нанесной, не набивной, а именно плетение, мы делаем так, посмотрите, мы отворачиваем. Ой, а там и тоже что красиво. Мы видим? Ой, повторяет, но в зеркальном оттенке рисунок, то есть розеточка у нас стала такая синенькая, да, матовая, и основной тон у нас золотой. Вот именно за это, кстати, и любит жаккард те, кто любит драпировать, а жаккард прекрасно драпируется, да, есть возможность играть вот и с оборотной стороной, показывая его. Давай попробуем. Да, например, так, вот так. Смотрите, смотрите, как великолепно. Смотрите, да. Я тоже так. Оп. И не забывайте, кстати, про кисти для великолепного жаккарда. Слушай, а скажи, пожалуйста, сколько стоит метр такой ткани? Вот только метр. Ой, более 5000 рублей стоит метр жаккарда. Вот представляете, сегодня вы приобретаете полный комплект за 2999 рублей. Здесь у нас и покрывало 200 на 220, и две роскошные портьеры 150 на 250. И сегодня со скидкой 4200 рублей вы обновляете полностью свой интерьер. Живите как королева. Представляете, вот в таких апартаментах я по-другому их не назову. Даже, знаешь, не захочется ходить, как в каком-то стареньком халате, да? Хочется надеть шелковый пеньюар, чтобы соответствовать вот таким своим покоям.